Здорово, Толян! Нет, правда, на земле, Валера. Сашок мой младшенький, ЕГЭ не сдал. Ну, это, как так? Не сдал, говорю. Русский на 2. 68 ошибок, Валера. Как такое может быть? Тупой на тебя. Не тупой. Нет, конечно. Вот скажи мне, вот как пишется рассвет? Как? Рассвет. Вот. Валера, ты же знаешь русский язык. И я знаю. И Сашок знает. Нет, у этих учителей он пишется через А. Идиоты. О-о-о. А, нет, учителя нет, они не идиоты, они не надо, они все знают. Они знают, что Сашок знает, они знают, что я знаю, что Сашок знает. Они, им же что надо? Хочешь поступить? Дай на лапу. Ну все, пожалуйста, в России, если что-то хочешь сделать, дай на лапу. Хочешь квартиру, дай на лапу. Выпил за рулем, все же за рулем это после этой работы, ну как, дай на лапу, вынь-то положь. А почему? Идиоты. Валера, да и не искоренить в России коррупцию, Валера. Ну, президент. Нет, нет, президент это тоже другое дело. Президент, извини. Это? Президент, да, президент, он красавец. Да. Он сказал, как отрезал. Он говорит, если кого за руку лично поймаю, накажу нахрен. В угол поставлю, по Первому каналу покажу. Надо что-то делать. Так, значит, Валера, в следующую среду пишем список, несем в прокуратуру, пусть разбирается. Толик, дубина, а ну домой быстро. Ты же помидоры закатывалась, мразь. Ну, ты хочешь, чтобы Сашок поступил? Тогда сиди там, не квакай. Так, Валера, в следующую среду прокуратура. Ты пока посиди, фамилии повспоминай. А участковый, крупная рыба, Толян. Всех пиши.